Друзья, я сейчас в киберклубе Сапишок Премиум в городе Тбилиси. И не просто так. Сегодня вышел большой апдейт в CS 2. Вышла новая карта The Mirage. Я уже попробовал поиграть одну карточку, и в целом мне понравилось. Но и это еще спорно. Нужно посмотреть больше. Поэтому сейчас я буду играть эту карту компании 5 очень серьезных людей. Первый человек — это у нас Илья. Вы его уже видели в ролике про киберклуб. Это мой партнер по клубу. Это Илья. Если что-то не получится, вот его лицо. Это наш секретный гость. Вы не узнаете, кто это такой. Я напишу это только в телеграм-канале. Это ютубер, подсказка. И у него миллионные просмотры. Я думаю, в сумме есть точно несколько десятков. И это CSGO. Давайте, подумайте. Это у нас Серега. Если что, мы с Серегой делаем состав по CSGO. Мы делаем свою организацию. Он будет CEO этой команды. Типа там главный. Тир 3 или тир 4? Тир 0.5. Чисто 0.5, брат. Спали хоть одного игрока. Давай, какой-то инсайт. Simple. Нет, очень дешево, чувак, очень дешево. Так, ну а что самое главное, ребятки, что самое главное? Это наш оператор. Это Бендер Чат. Йоу, в CS играл 2 раза в жизни. Если что, это Майнкрафт, обзор модов. Сейчас будет обзор CSGO. Представьте, что это такое. С шейдерами. Чё? Чё они ставят? Одного забрал на Б. Невозможно. Меня так бесит, как они убивают. Это просто ужас. Меня раздражает отсутствие анимации. Вот ты просто умер, у тебя черный экран. Как в жизни. Смотри, сейчас вантап даю на головах, типа. Оу! Тип у тебя прям выйди с ковров, убей его. Убил. Плен. Еще. Вот, да. Это он. Я один. Пятюни. У нас 2 АВП. О, какой есть тайминг. Близко. Как будто новая игра. Блин, вот сейчас я как будто играю в ночной мираж. Просто очень темно. Он смотрел на меня. Давайте Б выйдем по-братски, ребятки. На каре, тип. Забейте, он без головы. Я так и знал! Кстати, я сейчас сделал реакцию, как будто мне выпал нож. Чё за... Сигарета лазла. Я подкрал. Найс! Мне кажется, в спине будет. Да. Убил. КТ. Джангл. Живи. Работаем. КТ надо запушить. Яма один. Это... Андр стал ниже. Чтобы убить этого чела, мне нужно прям выйти вот сюда. Это очень важный момент. Смотри вправо, я вперед смотрю. На Б никого еще, пацаки. Убил мидл. Коннектор. Я в андроле. Джангл, уже джангл. Деревянная стрельба. Движение деревянное. Ну, мувмента нет. Стрельбы какой-то нет. Она просто тугая какая-то. Вам не кажется такое? Мне кажется, наоборот, как будто она как будто чуть-чуть легче стала. В голову как будто намного лучше регает. Блять. Уа! Хорошо было. Он на шампур дал! Он ушел. Я ставлю на Б. Сейчас наш секретный гость сделает этот фраг. Почему ты ушел с А? Я плохо ставлю ставки. Ты поверили. Типуля это? Кон зашел. Какой я бот. Давай, бери раунд, чувак. Слушайте, первая карта уже под ничья, нормально. Мы выиграли? Все, работаем, давайте, команда. Найс! Ребята, давайте все мидл выйдем. Мидл и шорт. Вантапы. Воу! И еще один шорт. Найс! Мои первые минус 4. Найс! Вы видите, что я творю? Оу! Спел! Ну! Клач! Какого хуя? Чуть поздно сработало. Анимация очень долгая была, заметил?
Не, а обычная, просто ты, ну, не попал чуть-чуть в тайминг. Давайте в CSGO. Ты их на миду полируешь там? Что за ужас? Где полируешь, пацанов? Я как бот. Я как бот не мог двинуться. Так, две игры, две победы. CS2 нас встречает победами. О, не забрали. Изи. Я гранаты кому-то скинул. Ой. Один фиолетовый гранат. Кичен. Револьвер кичен. Пойду убивать. Я псы смотрю в спину. Зига. Кичен? Да. Так как его убить? Дефолтить у тебя, бро. Найс. Да, я кину флеш на пик. Стой. Джангл, минус. Ой, отвернись. Ой-ой-ой, слепой. Ой-ой, нихрена он утулил. Ой, подкладчик мой, хорошо. Какой ванвей, это реально ванвей, смотрите, что я творю. У нас бомба где-то вдалеке потеряна. Это ванвей, чуваки. Ребята! Нет, встречает CS2 у меня очередь. О! Молодцы. Слушайте, очень просто. Сухая, 9-0. А можно серьезнее противников? Дига, скаут. Джангл вроде. Да, да, где-то джангл, типа. Где? В окне? Да, да, справа. А, справа. Справа в окне? Он ближе был. Да. Что за звуки? Чика в окне. Хорошо. Бля, у меня звуки не... Ужас какой. Что, наушники зал наперед? Да, да, да. Я слышу КТ, а он справа, ужас. Он бэксайд, бэксайд. Пачка плюс-минус под тебя, она в углу дальнем. Попал? Нет. Под корой нет, на тикете стоял. Тикет? КТ? Да, два КТ. Один близко, один дефолт и КТ. Я думал, это ты сдаешься. Я думал, ты слышал. Все, я покупаю авик, я убиваю мидл. Наконец-то нормальные противники, как я и хотел. Убил окно. Стоп, 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 смотри. Ну, разменяй сразу. Молодцы, молодцы. Так, я поставил максимальную графику и 4:3 разрешение. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, выглядит хуй. Где, мидл? Да, беглом. Я тебе кон взял. Живешь? Я кон. Я нет. Слушай, но мы ни разу еще не проиграли. Охренеть, что он повесил. Не, ну. Нормально. Давайте, запускаемся. Раскидка, флеш. Не видел ник. Один вышел. Что делает этот? Шпица. Игра говно. Красный? Я ставлю, что у нас на 9 обратно. Я не могу. Это было сильно, я согласен. Кон зашел один. Убил. Еще там под окном. Бля, он меня в пикселе прям ждет. Блин, я не могу спину убивать в этой игре. Все, ласт. А, 2-2. 2-2. Там один в палосе, точно. Палос. Найс! Хорош! Успел? По звуку нет. Ладно, я убегал. Я убежал. Ну, очень красиво. Я умер еще, да? Да, выезжаюсь. Какая красивая картинка, ты как в фильме. Ну, господи, почему голова такая маленькая? Еще где-то тип должен быть. Не жми, бро. Авик там у него забирай. Бля, ноги у Гороси. Слушай, у меня пока страх появляется, когда я на них... Блин, я жду, чтобы Valve Air Force там добавили, там данки, лол. Реально, если будет Nike, я... Заберите мои деньги, я просто буду бегать так. Они могут стоить дороже, чем реальные Nike. Да, 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 есть такой. А, видели? Видели? Красиво. Короче, надо научиться кидать гранату плюс смок, и будет все хорошо.
Ты видел шорт? Эдвард. Да, да, видел. Оу! О-ха-ха! Что творит? Апарты! Прям навелся. Серега, очень хорошо. Когда возвращение в киберспорт? Когда машину времени изобретут. Хорошо. Найс! Работаем! Сэр, стип! Еще один. Мост! Первый пошел. Нет? Вешу? Слева. Так, ребятки, аккуратнее. Го опять под Бена, надо только молотов тушить и все. Давай. И типа загасить. Убил бэксайд. Ставлю. Эй, кичен. Бэксайда не будет? Нет. Убил я бэксайд. Кичен и авик. Авик. Найс. Давайте то же самое. Может, бэй еще раз то же самое? Бэксайд молли дал. Я думаю, в смоке. Да! Поставил. Я гений! Смолик дали, не могу пока ничего сделать. Я гений! Один кичен. Спина, по-моему. Не проиграйте. Апсы. И кичен. Псы и кичен. Петя. Оба смотрю в тебя. Все, Петя nice. Справа. Но! Все. Ребятки, на такой ноте мы заканчиваем ролик. Что я могу сказать про Мираж и вообще Counter-Strike 2? Честно, неплохо. Я думал, будет хуже. Играем часа 2-3, становится проще. Как будто ничего не менялось, кроме графики и немножечко движения. Думаю, это пофиксят. Если вы нажмете вот сюда, то вы сможете перейти на ролик, где мы строили этот киберклуб. Мы потратили $500 000. Как это было, все от начала до конца показано в этом ролике. Всем приятного просмотра и до следующего ролика. Пока.